Сарове пройдет настоящий роковый опен-эйр. Музыкальный фестиваль «Зато рок 2018» распахнет свои двери 18 августа в парке культуры и отдыха имени Зернова. Это отличная и довольно редкая в нашем городе возможность послушать хорошую живую музыку, познакомиться с интересными людьми и, конечно же, окунуться в непередаваемую атмосферу фестиваля, когда сотни человек собираются вместе в поисках новых эмоций и впечатлений. О том, как и чем сейчас живет саровская рок-сцена, можно ли в нашем городе вырастить группу, которая с успехом будет гастролировать по всей стране, и чего ждать от грядущего опен-эйра, мы поговорили с одним из организаторов фестиваля Севой Смысловым. Сев, мы с тобой беседовали год назад, у тебя были наполеоновские планы. Скажи, что произошло за эти 12 месяцев в саровской рок-жизни? В саровской рок-жизни произошли... Ну, не все наполеоновские планы случились, не все сбылись, не все наши желания воплотили в жизнь. Но саровский рок-клуб продолжает действовать. И, в принципе, вот один из наполеоновских планов была организация данного фестиваля, но «Зато рок 2018». Это сбывается. Слушай, а вот саровский рок-клуб – это что такое? Саровский рок-клуб – это объединение, официальное объединение при молодежном центре, которое работает на развитие рок в Сарове. Ну, вот смотри, да. Я так понимаю, вы его создавали как такой локомотив, который все это будет двигать вперед. Mm-hmm. Он сейчас в этом направлении работает? Ну, скажем так, не я его создавал, а он был создан еще до меня. Я в него вступил, и я так понял, что да, это тот самый паровозик. Вот, и я думаю, этот паровозик сможет. Слушай, а привести какую-то группу из Арзамаса, ну, Арзамас, допустим, берем из Нижнего, даже Москвы, это реально или пока фантастика? Это реально. Потому что, ну, нужно понять вот на опыте этой группы, как это работает, то есть какие документы, как срочно, как скоро, там ведь потихонечку у нас службы нашего города над гаечки закручивают по привозу иногородних там, жителей вообще нашей страны и не нашей страны, но гаечки закручивают и сложнее все становится. Там, допустим, если раньше можно было там того же самого родственника привезти за 3 дня оформить заявку, если он раньше въезжал, то сейчас в любом случае это 3 месяца. Но ждать проверки документов, проверки всех этих людей, угу. Кто они, откуда, чем занимаются. Ну, у нас такая специфика нашего города. И наш город, он такой закрытый, но при этом интересный для многих музыкантов. Допустим, что в прошлом году, что в этом году, как только появляется официальная группа ВКонтакте нашего фестиваля, в частности, ко мне поступают вопросы от иногородних команд, в частности, с Нижнего Новгорода. Вот в этом году две нижегородские команды, одни участники, собственно, пытались заявиться, но через личные сообщения, но вот мне спрашивали, есть ли возможность приехать в этом году к вам, и другие через своего директора. Тоже мне, пока я был в отпуске, но из отпуска возвращаюсь, читаю сообщение ВКонтакте, мне пишут, что вот можно ли мы к вам приедем, есть ли возможность выступить иногородним группам, либо только саровским. Но я объяснил, что, к сожалению, в этом году вот только саровские команды. Но это уже впритык было, потому что успели бы оформить. Вот позавчера или вчера, ну, вот я прочитал это сообщение. Вот. Я почему спросил, потому что, ну, если привести команду из Москвы и Нижнего, не обижая наших ребят, они, может, могли бы посмотреть, как играют команды другого уровня. Конечно. Где-то взять пример, подтянуться, потому что вот в этом вопросе закрытость города, она скорее мешает, чем помогает. Конечно. Ну, конечно, мешает, потому что, ну, варишь, собственно, соку, да, и нет развития какого-то. Ты видишь, вот увидел свой потолок и смотришь на всех условно, там, свысока, даже если ты достиг каких-то высот хороших, качественных, ну, вот видишь свысока то, что смотришь, а куда мне расти дальше? А возвращаясь вот к фестивалю, вообще к музыке в Сарове, вы в рок-клубе пытаетесь дать какую-то оценку, диагноз поставить тому, как в Сарове вообще живет музыка? Она развивается, там, стоит на месте или, наоборот, даже откатывается? Конечно. То есть по прошествии, допустим, того фестиваля, мы с тобой тогда, по-моему, на радио обсуждали результаты. А перед этим обсуждением мы сидели с рок-клубом, и также ставили все точки над «и» по прошедшему фестивалю. Находили минусы, плюсы и также обсуждали команды. Поэтому в этом году и появился отбор для команд, чтобы понимать, что у нас с ними происходит, как, в каком состоянии готовности они к фестивалю, и чтобы дальше, ну, как-то смотреть
есть ли у развития у каждой группы, есть ли стагнация какая-то, да. Но, ну, в целом могу сказать следующее. Рок-сорой выжит. Рок-сорой будет жить. Uh-huh. Над, и, судя по всему, ну, более-менее плавает на одной высоте. Ну, может быть, где-то будут подъемы, где-то спады. Всегда такое было. Слушай, а к чему вообще в Сарове реально можно стремиться? Понятно, ты не устроишь фестиваль на 5-10 тысяч человек, да? И не вырастешь группу, которая будет колесить там, ну, хотя бы даже по европейской части России. Ну, к чему реально можно стремиться в Сарове в плане музыки? Не согласен с тобой по поводу, ну, не будет колесить, потому что, ну, та же самая группа The Line Break, ну, вот, ребята, ну, вот, ездят по фестивалям, в разные города, проходят отборочные туры, делают там те же самые взносы, но при этом большие. Вот. Недавно у нас вот проходил в парке отборочный тур на Ю-235, да, как раз. Но, и вот фестиваль по всем зато, я думаю, он будет многотысячник. В Сарове, конечно, такого не проведешь, но отборочный тур — это уже хорошо. То есть это определенное развитие. Это та же самая группа Морфеус ездит на фестивали, на разные там по своей специфике, то есть тяжелый металл такой у них, black metal. Но, у нас black металлисты есть в городе? Да, конечно, и не одни, если не помню, ты был у нас на прошлом фестивале? Нет, к сожалению, в отпуске был. Вот, и, собственно, вот там выступали в конце black металлисты, ну, при том это группа Морфеус и группа 731. Сейчас будут на этом фесте? Морфеус уже подали заявку, 731, по-моему, еще не подавали заявку. Но вроде как собирались. Угу. Слушай, а где все это можно послушать? Ну, я понимаю, что фестиваль это круто, но он раз в год проходит. Угу. Вот в августе у вас устоялось более-менее там время. Да. А вообще в целом, где у нас музыку играют живую? Где можно прийти послушать тех же блэк-металлистов? Ну, хотя мне сложно представить, что они где-то там на квартирнике выступают, у них другая музыка. На квартирнике нет, но периодически проходят разные концерты в молодежном центре, периодически на ночь в музее проходят концерты. Но, ну, блэк-металлисты там тоже вряд ли будут. Но, опять же, если задаться целью, я думаю, можно организовать в Сарове такой вот тяжелый концерт. Да, потому что... Ну, был, кстати, в молодежном центре, как-то раз даже ребята из Москвы приезжали. Потом, да, точно, ты эфир тогда вспомнил. И, собственно, цель достижимая. Мне потому что казалось, что у нас в Сарове не хватает места. Ну, такого, знаешь, ну, как вот там в Америке есть там музыкальные бары. У них каждый вечер что-то проходит. Ну, понятно, это может быть в более крупных городах. У нас был, по-моему, как назывался, рок-бар или рок-клуб «Сентябрь», да? Был «Сентябрь», была «Рябина», был лаунж-бар на Музрукова, в котором, собственно, я имел опыт. В этих вот трех заведениях я имел опыт проводить полноценный концерт. Ну, постепенно как-то... Там, «Сентябрь» закрылся, от «Рябины» мы почему-то тогда отказались. Я уже не вспомню, почему. То ли у них ремонт начался, то ли еще что-то. Лаунж-бар тоже, ребята, но вот бизнес у них почему-то не пошел на Музрукова. Ну, в принципе, концерт там проходили. Там человек 50, но вот 70 присутствовали на этих концертах и, в принципе, получали свое удовольствие. А ты сам как считаешь, такого места действительно не хватает? Или вы вполне там находите, где проводить вещи? Вполне находим. То есть, возможно, возможно, да. То есть, было бы гораздо проще, если бы такое место сформировалось, да. То есть, кто-то из предпринимателей взял бы, открыл бы и сказал: все, ребята, здесь я поставлю вам аппарат. Пятачок, сцену маленькую. Да, пятачок, сцену маленькую. Но вы здесь, пожалуйста, приходите и играйте. Это было бы круто. По той простой причине, что воплощать в жизнь вот такие концерты, это всегда проблема заключается в следующем. То есть проблемы договориться с группами нет. Проблемы договориться с местом нет. Проблемы возникают с аппаратурой. То есть где-то нужно достать барабанную установку, там, все эти комбики привезти, поставить, колонки, звукооператор. Ну, можно тоже договориться, либо самому стоять у фейдера, крутить, вертеть и пытаться сделать хороший звук. Можно найти звукооператора, который будет этим заниматься. Там за минимальную даже цену. Но
И вот это основная проблема, которую я вижу даже для себя, для одного организатора, ну, чтобы я один смог это сделать. Если бы это стояло уже на сцене, не просто привести сюда музыкантов, поставить их и сказать, ребята, играйте, пригласить сюда своих друзей или там, поклонников рок-движения Сарова, ну, то пожалуйста. Короче, инфраструктуры не хватает. Да, да. Вот брат рассказывал, он не так давно был в Ирландии, заходил в паб. Там сидят какие-то местные ребята, на гитаре играют, бренчат, все пиво пьют, всем весело, всем хорошо. Но город, понятно, побольше. Вот, мне кажется, если бы у нас в Сарове это было, то, как говорил Форест Гамп, одной проблемой стало бы меньше. Да, я с тобой согласен полностью, потому что проблемой точно стало бы меньше. Ребята играли бы не в четыре стены, а получали опыт сценического поведения. То есть сценической игры, то есть этого ребятам порой не хватает. Кто-то просто стоит на сцене. Вот. Это большая разница на репе играть и перед людьми? Огромная. Огромная, то есть по своему опыту скажу. То есть, грубо говоря, на репе ты можешь прыгать, беситься, еще что-то. Но когда выходишь на сцену, чувствуешь вот эти вибрации от людей и понимаешь то, что ну, ты сейчас вот за это ответственный, то, что ты должен дать им что-то в ответ. Это очень сложно заставить себя там двигаться, еще что-то. При этом не хватает, там, допустим, кому-то работать с микрофоном. Да, ну, то, кто-то берет, там, отводит голову в сторону, все, его не слышно. Вроде мелочи, но они очень сильно влияют. Да, а вот этот уровень сценического поведения, ну, то, он растет с каждым опытом игры на сцене. Ну, то есть раз сыграл, два сыграл, три сыграл, посмотрел, ага. Ну, главное грамотно подходить к своим ошибкам и, опять же, иметь кого-нибудь там в зале, кто тебе потом подойдет, скажет, вот, вот здесь ты поступил не так, здесь ты сделал не то. Ну, прислушайся к совету. Прислушиваешься, ага, понимаешь, делаешь выводы, но как-то ведешь себя по-другому, делаешь какие-то движения, но другие. Ну, развиваешься в этом плане. А когда ты играешь в четыре стены на реп-точке, вот этого развития, увы, не хватает. И фест нужен как раз, чтобы у ребят был стимул развиваться. Ну, и возможность получить опыт, который позволит им развиться. Конечно, опять же, на фестиваль длится 7 часов. Да, то есть это с 3 до 10 вечера. Там этого опыта, вот, где ты еще сыграешь с таким количеством групп на одной сцене. В Сарове, наверное, больше нигде. В Сарове больше нигде. То есть происходят там мелкие фестивали, да, небольшие, не мелкие, небольшие фестивали, там в том же самом молодежном центре и так далее. Но там играют 3, ну, 4 команды от силы. Здесь мы хотим на этот фестиваль заявить 9 команд. Вот, и увидеть 9 команд на своей сцене. А потолок какой-то будет? Потолок. По количеству групп? Ну, то есть вы больше просто не вместите вот в эти 7 часов? Больше 9 групп не вместим точно. То есть будете отбор какой-то проводить все-таки? Конечно. Если будет больше 9 групп, мы будем проводить отбор. То есть условия отбора достаточно простые. То есть это должен быть живой коллектив. То есть, ну, все живые инструменты, никаких записей. То есть никаких минусовок, там, барабанов и так далее. Но таких вот. А по жанрам? Или это будет рок в широком смысле? Рок в широком смысле. Ну, то, допустим, вот у нас заявился Андрей Ятунин. Я, находясь в отборочной комиссии, нас там будет 5 человек. Вот, я, находясь в этой отборочной комиссии, ну, вот, я бы, наверное, Андрею поставил плюсик. Да, пускай выступит, это хороший парень. Но несмотря на то, что он по условиям отбора не совсем подходит. Но просто за то, что он хороший парень. Вот. Просто за то, что он делает качественную музыку, качественное шоу. То есть он может. Ну, не знаю, как на это посмотрят остальные члены комиссии. Но. А у вас там демократия? У нас демократия, да. Пять голосов. То есть спорного варианта быть не может. Давай по поводу места поговорим. Это будет 18 августа. Да. Парк культуры и отдыха имени Зернова. Вы в клетке выступаете? Да. Во сколько все начнется? В 3 часа дня. Слушай, расскажи, как это вообще будет, ну, по опыту прошлых лет смотреться со стороны? Чего ждать людям, которые туда придут? Можно ли туда прийти, я не знаю, с маленькими детьми, например? В прошлом году приходили, слушали, сидели. Ну, то есть, возможно, до 10 часов вечера, но они не задерживались, хотя кто-то был. Зарядить малышей блэк-металлом. Да. А на начальную часть, я думаю, да, стоит попасть. Это очень весело, задорно. Опять же, музыка в любом воплощении, вот я считаю, нужна ребенку.
То есть, будь то классика, рок или рэп, ну, неважно. То есть, ребенок должен чувствовать ритм. Ритм жизни разный. Вы для зрителей как-то оборудуете пространство или просто будет на определенной территории? Для зрителей, да, там много этих сидячих лавочек, да, на которых можно присесть и отдохнуть. Там есть огромная танцплощадка, на которой можно выйти потанцевать. Как бы дополнительно оборудовать. Ну, в этом году у нас появится фудкорт. Над кафе-клуба, который находится в парке, ну, согласились вот, выделить туда свою точку. Можно будет прямо на месте? Ну да, никуда бегать не надо будет. То есть это, опять же, из опыта прошлых лет. В прошлом году у нас не было этого. Кто-то бегал до магазинов за водой, потому что было жарко. Кто-то хотел покушать, ну, 7 часов сидеть. Как вы группы распределяете? Ну, то есть кто выступает в начале, кто в середине, кто хедлайнеры? Мое личное мнение, да, то есть первое – это опыт. То есть если группа дебютант на нашем фестивале, то я их ставлю, как правило, в начало. Вот хочу поставить начало. Значит, если группа опытная, то ставлю в финал выступления. Опять же, от легкого к тяжелому я стремлюсь, то есть переходить, чтобы это плавно, гармонично перетекало из одного в другого. То есть какой-то... В прошлом году у нас девочки выступали вначале. Ну, девичий урок, ну, к такому уже трублый к металлистам, где дядьки уже такие с длинными волосами, ну, трясли головами, ну, вот. А, кстати, по поводу девочек, а в этом году, ну, к вам заявляются ребята, которых раньше и не видно, и не слышно было? Ну, группа «Металлогия», я вот их раньше не слышал. Но... То есть как из ниоткуда выплыли? Ну, я так понимаю, это из каких-то ранее созданных коллективов они взяли, собрались вместе, ну, вот, и решили создать новый коллектив, как я понимаю. Потому что это же главный показатель, если, ну, как бы появляются новые ребята. К тому же еще и молодые. Те девочки вообще ведь школьницы, по-моему. Да, они были школьницы. И, возможно, ну, я опять же не знаю, возможно, в этом году они школу закончили, может быть, и не появятся. Если появятся, я буду рад их очень увидеть. Опять же, посмотреть, понаблюдать, как они... А хорошо их приняли в том году? Да, да, весьма. Мне лично было очень приятно, зрители тоже были в восторге. А, кстати, много народу собирается? Ну... Позапрошлом году там около 150 человек. В прошлом году, ну, на самой площадке в районе 250 и снаружи в районе 250, я считал. Ну, 500 почти. Ну, 500 человек почти. Ну, там, возможно, как-то менялась эта аудитория. Ну, где-то посерединке я посчитал. То есть не в самом конце, не в самом начале. Ну, так по головам приблизительно. А вы в этом году на какие-то цифры рассчитываете? Ну... Ну, просто если официальное мероприятие, там же обычно заявляют это как... Ну, там до 2000 человек, ну, я думаю, заявлено. Андрей занимается бумажками, скорее всего, до 2000 или до 1000 человек. Ну. Ты как думаешь, ну, 1000 собрать реально? Да, вполне. Потому что все-таки, когда народу много, это, ну, заметно прибавляет атмосфере. Конечно. Ну, если еще, ну, вот, уменьшить пространство, то там как сельди в бучке будет, но зато они будут колбаситься. Главная проблема, с которой сталкиваются организаторы любых фестов и с которой косвенно приходится сталкиваться потом слушателям, это качество звука, которое, ну, достаточно сложно обеспечить. Не специалист этого не понимает. На самом деле там проблема нюансов моря. Скажи, как будет организован звуковой вопрос сейчас, вот 18 августа? Там две составляющие. Аппаратура и руки, которые этот звук делают. В прошлом году аппаратуру предоставлял город, и это... что выходит со сцены, а на сцене, собственно, предоставляли сами музыканты. В принципе, то, что стоит на сцене, оно качественное. То, что выходит уже в зал, ну, тоже хорошего уровня. То есть аппаратура дорогая, качественная, звук можно хороший с нее вывести. И, значит, все зависит у нас от звукаря. Ну, звукарь у нас профессиональный. Ну, вот уже второй фестиваль подряд, там с помощником, они вместе настраивают, ведут, в принципе, очень хорошо. Вот хотел спросить, какие ошибки по звуку вы учли из опыта прошлых лет, наверное, возьму пошире вообще, какие ошибки по опыту проведения прошлых фестов вы учли и постарались исправить вот к этому? Ошибка первая, нехватка волонтеров на сцене. То есть там в прошлом году это было два человека, которые
помогали музыкантам подключаться, помогали им отстраиваться. Но так как музыкантов, как правило, там человек 4 на сцене, ну, минимум, то есть барабанщик, гитарист, басист и вокалист, да, ну, вот, тоже с каким-нибудь инструментом. То есть 4 человека, 5 точек съема звука, то есть, и в итоге 2 человека с этим не справляются, нужно больше народу. Вторая ошибка – то, что отбор по группам, то есть какие-то группы не готовы, мы их выпустили на сцену не готовыми, поэтому в этом году отбор по группам, смотреть готовность этих команд. Поэтому вы просите хотя бы записи репетиций? Да, хотя бы записи с репетиций, хотя бы там, снятый на телефон, там, плохого качества, но будет понимание готовности их. И последний вопрос. Расскажи про страшную мзду в размере 250 рублей, которую вы требуете с желающих выступить. Ну, страшная мзда. Жуткая просто. 250 рублей с человека. Эти деньги идут на рекламу, баннеры и охрану. Вот на эти 3 вещи. Поэтому, когда мы собираем эти деньги, ну, кто-то возмущается, ну, объясняешь спокойно человеку, то, что, ребята, это нужно вот. А это на то и на то. На то могу предоставить отчет. На что ушли деньги. Ну, ребята, в принципе, понимают после этого спокойно. Сдают там в прошлом году, это было 150 рублей, в этом году 250 рублей. Я считаю, не такая уж большая сумма. Но на некоторые фестивали там, ну, 1015 взнос с группы, с одной, за 20 минут выступления. Это вообще дико. Для меня, по крайней мере, звучит. Не, ну, опять же, те рок-взносы идут на организацию там транспорта, их там расположение, то есть в номере гостиницы, ну, там условия были комфортные. Но... Аренда площадки, в конце концов. Ну, не знаю, как с арендой площадки, я не разговаривал с организаторами более крупных фестивалей. Ну, на что-то идут. Тоже на что-то идут. Там кто-то на этом зарабатывает деньги, конечно. Там, на нашествии, понятно, там больше заработает. Это другой уровень совсем. Это другой уровень. А когда вот такого рода фестиваль, как наш, ну, эти деньги идут непосредственно на баннеры, вот эти флайеры, ну, от организаторов. То есть это вроде бы мелочь, но тут 1000 рублей, там 1000 рублей. Конечно. Там 3000 рублей. Ну, в итоге так из одного кармана наберется нехило. Сев, и совсем последний вопрос. Ты сам чего ждешь от феста? Каких эмоций, каких впечатлений? Грандиозных, Костя. Грандиозных впечатлений, волшебных эмоций. От каждого фестиваля я жду. В прошлом году там мало того, что зрители были благодарны, но группа «Четверг», но меня подкидывало вот так вот, вот обнимали, подкидывали чуть ли не на руках, говорили: «Сева, все было классно, спасибо». Сев, наша завершающая рубрика «Опросник Пруст», или, как я ее называю, «Стакан с вопросами». Тут бумажки, на каждом свой маленький вопросик, простой и понятный. Твоя задача – вытянуть любые 3, вслепую и честно ответить. Можешь сразу доставать 3 штуки. Так, а кто вопрос сочинял? Не я. Редакция? Дорогая. Понятно. Ну что ж, ладно. Ваш любимый цветок? Мой любимый цветок – ромашка. Каким вам представляется предельное горе? Жуткий. Ваше любимое блюдо – напиток? Любимый напиток? Ну, давай, капучино будет. А любимое блюдо? Есть там любимое блюдо – макарошки с сыром. Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с одним из организаторов фестиваля «Зато-рок-2018». Севой Смысловым. Сев, большое спасибо, что согласился прийти. У тебя есть возможность пригласить людей. Большое спасибо, что пригласили. Ну, собственно, приглашение на фестиваль «Зато-рок-2018». Пройдет он 18 августа в парке имени Зернова на танцплощадке. Начало в 3 часа дня. Приходите.